ребята, всем привет! Ваня мой вернулся... Где ты пропал? Ваня вернулся с университета, и сейчас он будет кушать такую маленькую тарелочку хлопьев с молоком. Масипусенькую просто. Привет, привет. Да что-то не хочется мне ничего другое, хочется хлопьев. Хлопьев? Угу. Я знаю, что буду? Я буду яйцо. Жареное. Да, я буду жареное яйцо. Я не хочу. Ну, включи свет, пожалуйста, на кухне. Надо сначала разобрать посудомойку и... Ну, у нас сегодня мусор будет выкинуть, там у нас очень много мусора. Ты еще не снимала, да? Нет. Уже 2 часа дня, да. И я до этого, я сходил с 10 до 11, мне нужна полная учеба, а дальше мы сидели, делали 2 часа практику и вообще ничего не смогли сделать. Ничего не сделали? Поэтому я сегодня буду дома практику делать. Да, нам ее нужно сдать в четверг, в среду ночью. Угу. Время как бы не особо много. Ну да. Поэтому я сегодня буду делать практику. Понятненько. Мы знаешь, что делаем? Что? Взламываем консоль. Обалдеть. Да. Вот это да. Круто. Приятного, кстати, тебе аппетита. Спасибо. Кстати, отвечу сразу же на вопрос. Я снова с мокрой головой. Меня очень часто в комментариях спрашивают: Катя, почему ты так часто моешь волосы, чуть ли не каждый день? Так, Пуся, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь, а? Что тут делаешь? Дело в том, что мою волосы, потому что я сейчас очень активно пользуюсь маслами. И вчера вот целый день, так как я не выходила из дома, в общем, я решила полностью намазать всю голову маслом и целый день ходила с масляными волосами. И поэтому их сегодня опять помыла. Сегодня я уже масла вроде не нанесла. Не, сегодня нет. А вчера я нанесла новинку. Так. Что это за масло? Масло Алмы. Я нанесла на всю голову, на все волосы. Целый день ходила. Так, это я кофеек пила. Знаете, я хоть и начала влог в 2 часа дня, но до этого времени я сделала много полезных дел. Я смонтировала видео на Sweet Home. А еще я, похоже, пальцем приблизила себя. Да, нечаянно. Да, и искупалась. Накрасилась. И пришел Ваня. Вот такие вот дела. Сегодня мы, кстати, идем. Извини, за перебил. Ничего, говори. Сегодня мы идем разговаривать опять с нашим декоратором шаров. Сегодня нам сделали пресуппост, как по-русски будет. Ну, посчитали. Смета, да? Нет? Посчитали нам, сколько нам все это обойдется. Работа, шары и так далее. А так что сегодня мы уже будем решать, что мы будем делать, а что не будем делать. У меня, кстати, завтра презентация. У меня тоже. С 11 до 3. У меня с часу. С часу до 3. О, у меня тоже с часу, только у меня полчаса презентация. Не, ну я 2 часа не буду презентацию делать. У меня 8 минут презентации. А я вообще не буду ничего говорить, я буду видео выставлять на экран. Ой, ладно, займусь посудой. Мой обед готов, я себе сделала омлет из одного яйца, потом зелень и кукурузка. Так что всем, кто кушает, приятнейшего аппетита. И тебе. Спасибо. Мы, ребят, уже вернулись. Да, мы съездили насчет шариков, нам составили эту смету, как она там называется. Теперь мы будем думать, потому что там есть свои нюансы. Да. И сейчас я решил вынести мусор. Потому что ему его много. Да. Ну, удачи тебе на мусорке. Спасибо, на мусорке мне удача поможет. Сейчас вернешься и будем кушать. Что кушать? Не знаю, что мы будем кушать. Съел салатик буду, ты что хочешь? Ну, ладно. Я буду практику пока делать. А, ты не хочешь кушать? Ну, хорошо, тогда я сяду покушаю. Что мы заехали в магазин, купили овощей, но все закончилось. Взяли огурцов свежих, свежий салат, 2 упаковочки. Что мы тут еще взяли? Взяли 2 упаковки. Ай! Помидоры! Вот я хотел попросить, чтобы ты мне помогла. Вынести мусор? Нет, подать мне коробки. Ай,
Все равно мыть надо. Какие? Вот это? Вот это. Это открывается. Блин, сейчас. Все, помидорки живы. Вернемся к покупкам. Взяла салат Цезарь. Говядину Ваня будет на ужин кушать. Взяла свой любимый Лихера салат, который с сыром и с ветчиной. И еще новый салат появился, раньше его не было. Который я, кстати, сейчас буду кушать. Салат с киноа. Или киноа. Салат, вот это крупа, здесь помидорки. И что тут еще идет? И курица. Вот, так что сейчас буду вот этот салат кушать. Мария остался делать практику, а я иду в магазин. У меня тут возникла идея с шариками. Вот, так что иду их покупать. И буду сейчас рукодельничать дома. Насмотрелась разных туториалов я в интернете. Так что сейчас буду творить чудеса. Чего лифт не едет? Все, приехал. Лифтик приехал. У нас к вечеру стало как-то прохладно. И я надела джинсы, потому что в шортах как-то было прохладненько. И мой бодик. Я знаю, что немногим он понравится. Типа, фу, как пижама, все дела. Но не знаю, мне он очень нравится, особенно цвет. Зашла в магазин, купила кучу всего. Так что теперь топаю домой. Прошел уже час. И смотрите, спустя час, что я сделала. У меня получилась вот такая вот органическая гирлянда. Из разных размеров шаров. Вот это можно... Сейчас. Такая вот она. Длинная. Ей можно придавать форму. Смотрите, какой шикарный шарик. Так вот его повернуть можно. И все. Такая вот получилась гирлянда. Прикольно. Не знаю, я просто насмотрелась этих туториалов с этими шарами. Мне так захотелось самой попробовать это сделать. Да скажи, что шарики это не подходящие. Ну да, это шарики овальные, обычные, как капельки. А нужны сферы, да. Вот. Поэтому оно немножечко по-другому. Конечно, да. Больше там должен использовать. Там, по-моему, 3-4 разных диаметра используются. А здесь у меня шарики одного размера, я просто их надувала по-разному. Но все равно выглядит это прикольно. Не знаю, мне очень нравится. Красиво получается. Вот, но теперь мое любопытство удовлетворено. Я очень хотела попробовать. Попробовала. Так что сейчас я кушаю салат. А Ваня делает практику какую-то там. Презентацию что-то сидит. Делает. Не получается. Я просидел сколько часов? Не знаю, много. Часа 4. Угу. И не смог сделать. Еще ночью или 2 часа делали. Никто не знает, как это делать. Жесть. Мы просто не можем понять смысл. Угу. Я начал делать по туториалу одному. Угу. И за счет того, что у меня другой процессор, оно не работает. И я не знаю. Не объяснили, нифига. Сделайте. Это университет, зай. Что ты там мне за прядь волос повылазила? Ой, ладно, я буду кушать. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Включила на пятнице какой-то фильм. Сейчас, кстати, посмотрю, какой. Я увидел. В какой-то веке. Не, а я не видела этот фильм. Что, как посмотреть, что это за фильм? Вот так, да. Формула любви для узников брака. Я, оказывается, этот фильм не видела, и очень интересно. Единственное, что я что-то так спать захотела, поэтому не хочу досмотреть. Такое интересное, что ж спать захотела. Мне голова разболелась. 2009 года, поэтому... Ну, старый фильм. Но я не видела. Я думала, что я видела, но я не видела. Не припоминаю вообще. Не-не, я точно видела. Ты точно видел? Я помню фильм. Кстати, какой удобный столик мы купили вообще. А, такой крутой. Классно. Все, вроде я взломала это дебильное. Слушайте, я сколько сейчас? Сейчас уже час ночи, я сижу, наверное, часов 6 или 7. Где-то так, да. Короче, я хакер еще тот. Взломал? Ну, взломал, но сколько часов?
Это просто. Это не так, как в фильмах, знаете, на зеленом фоне. Все, взломано. Поклацал, говорит, все, готово. Я взломал Пентагон. Я просто не мог получить данные пользователя root на Linux. Это просто какой-то трэш. Трэш, трэш. Я так рад, что я добился своего. Молодец. Самый прикол, что еще никто не взломал. Я мой первый. Поэтому придется завтра всем все рассказывать, как я это сделал. Потому что нам сдавать послезавтра. Послезавтра. Ой, я тоже хочу чуть-чуть водички. Можно? Пожалуйста. Сейчас. У нас тут хлебушек лежит. Съем кусочек хлебушка. Чуть я опять такая голодная. Держи. Подержи хлеб. Хлеб да вода. Вот и чай, да. Ну, хоть он завтра, но она высохнет. Завтра высохнет хлеб. Я вот сейчас запутал. Прячешь? Полотенце. Это точно поможет. Надеюсь. Да блин, если он высохнет, вообще жалко будет. Все, так, у меня там все готово. Завтра я уже доделаю. То, что там описано, нужно в документацию написать, как это делать. Ну, вообще бредовая практика. Все. Пошли наверх. Все, ребят. Ой, все, ребят. Ваня сейчас сделает это упражнение на спину. Вот. И я сейчас иду умываться и ложиться спать. Так что всем спокойной ночи. Всем, пока-пока.